взрослые старты, в частности, она была и на юниорских этапах Гран-при, в том числе и в Челябинске, была она и здесь, в Таллине, на трофее Таллина, и заняла 5-е место уже на взрослом уровне, была она и на чемпионате Европы в Граце, где боролась за десятку, а также стала серебряным призером во Франции, опять же, среди взрослых. И все это в 16 лет.